Привет, мой любимый зритель, кто зашел на канал. Да. И да, со смехом, я Серега Склеп, сейчас я, короче, богослю. Он там мне сахшат, что я дешакти матаджи, что я дивина. Да, там некоторые говорят, там одно и то же. Да, блядь, одно и то же. И не бойтесь, я вас не набрал, нахуй, потому что получается... Что я буду просто говорить? Одно и то же. Метод, короче, кредитная фигня. Я прорвался. Там хейтеры... Да мне вообще насрать на этих хейтеров. А мне сейчас отписываться с хейтеров. Меньше говна будет. Но банк я по-любому пойду есть. Это какого? Макароны с горбушей. Хрум-хрум. На-на-на. Блин, надо смазать желудок. Вообще, по идее, говорят, надо желудок смазывать. Если желудок смазал, так, подсолнечное масло, душистый чесночок. Сейчас мы желудок смажем. Я его на желудок с ним смазал. Я что-то забываю. Я сейчас буду желудок им смазывать. Ну. Что-то я забываю, короче, насчет желудка. Ну его в холодильнике надо хранить. Понятно. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та. Но за вас растительное масло чесночное. А. Какое оно прикольное растительное масло. А. Ну, кстати, кто там в роликах пил растительное масло? Кстати, это клёво. Офигеть. Земля во времена тая. Блин, короче, шапку надеваю. А мне лоб чешется. Кого тоже лоб чешется, пишите комменты. Ну да. Там пишите, о, с мусорщиком сходи. В ресторан, ну задонать. Схожу в ресторан с мусорщиком. Оценю. Люди,
Когда вы донат кидаете, вы пишите, на что я его должен потратить. Потому что мне сейчас такая кризисная обстановка, что я должен 13 тысяч банку. Я не знаю, где их буду брать, но после 12 числа мне начнут звонить. Коллекторы. Что? Такая, короче, фигня. Не, ну если вам не жалко, можете любую сумму перевести на карточку Сосбанка. Ну, там это, Сбербанка. Спасибо большое. Лидия, а ты не обижайся. Ты 500 рублей до меня кинула на это. А я их на я не бро это не капусту ел на той деньги. Я, короче, это как за кредит. Просто ты не написала, не уточнила. Ну да, я обрадовался, что это помощь насчет этого. Не, по-любому я курицу буду есть, панки. О, оладушек. Оладушек, короче, с луком и с морковкой. Хум-хум. Да. Мы сейчас печенье Яшкино удобно апельсиновое попробовал. Ну что? Это мне мусорщик подогнал. Печенье Яшкино. Апельсиновое, ну-ка. Серега, спасибо большое. Яшкино. Печенька. Хрум-хрум. Да, пати это. Все, дает 3 снята и все. Мы сразу 3. Ну-ка, будет весело 3 сразу. Патя заколебала. Вафу! Вафу!
Да. Я сижу и, блядь, я охота с собой покончить. Ну, а тут... Пока всем.